инвестициялық тартымды жаңынан қарағанда көптеген жобаларға қолайлы болып табылады. Город Кентау может внести свою лепту в ускоренное развитие предпринимательства. В скором времени бизнесмены моногорода обеспечат регион востребованной продукцией с заменой импортных аналогов. Об этом говорили на презентации Кентауской индустриальной зоны. Индустриальная зона расположена на 25 гектарах. Проведены необходимые коммуникации для полноценной работы предприятий. Одобрены 5 проектов, 2 из них полностью завершены. Привлечено более 2 миллиардов тенге инвестиций. Среди приоритетных проектов – асфальтный завод, производство по изготовлению инструментов для трансформаторного завода, кислородный цех и пищевые производства. В первое время работой будут обеспечены 145 человек. Для предпринимателей разработаны 2 механизма предоставления участков в индустриальной зоне. Есть разные способы сотрудничества. Значит, для предпринимателя предлагается как использование аренды, причем аренда по кадастровой стоимости, то есть только государство выплачивается, значит, стоимость аренды, и все. Других платежей нет, да? Другая форма сотрудничества – это когда предприниматель имеет возможность получить этот земельный участок бесплатно в виде натурного гранта, значит, в свою собственность. Тогда ему платить за земельный участок нет надобности. Плюс есть возможность не только для того, чтобы построить свой завод, еще в ходе строительства, проектирования, согласования всех документов, акимат в лице управляющей компании, ЦОПа, акимов районов или городов, соответствующих курирующих замов полностью оказывает всяческое содействие в продвижении проектов предпринимателей. На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области всего 11 индустриальных зон, из них 6 уже ввели в эксплуатацию. Они занимают порядка 1000 гектаров, заполнение составляет 70%. Это производство в сфере химической и легкой промышленности, строительной индустрии и производства товаров для бытового потребления. Планируется открытие индустриальных зон в Атырарском районе и Арысе.